Итак, в Архангельске прошло первое судебное заседание по уголовному делу о смертельном ДТП, в котором погиб сын экс-губернатора Алексей Ефремов. На скамье подсудимых Анатолий Лихачев. Осенью он, управляя внедорожником на большой скорости, врезался в припаркованную у магазина фуру. На пассажирском сидении находился Алексей Ефремов. Он погиб на месте. Лихачев, будучи привлечен к административной ответственности, лишен права управления транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем, нарушил правила дорожного движения, что привлекло к гибели человека. Данные действия Лихачева квалифицированы по пункту А части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. При указанных обстоятельствах Лихачев отказался от медицинского освидетельствования. Подсудимому грозит тюремный срок до 12 лет, а также лишение прав на 3 года.